Здравствуйте, меня зовут Рифер Оксана Александровна, я практикующий косметолог компании Гельтек. Сегодня мы с вами обсудим тему, что же такое витамин С и зачем его добавляют в косметическую продукцию. Витамин С является одним из самых эффективных антиоксидантов и подходит для всех возрастных групп. Данный ингредиент улучшает цвет лица, борется с пигментацией, повышает упругость кожи, обладает противовоспалительным и сосудоукрепляющим эффектом, а также усиливает защитную функцию кожи от фотостарения. Витамин С бывает в двух формах – стабильная и нестабильная. Ее еще называют кислой. Стабильная форма работает при нейтральном pH и в небольших концентрациях риск раздражения кожи минимален. Можно применять в уходе за очень чувствительной кожей. Эффект от средств со стабильной формой витамина при ежедневном применении будет заметен примерно через месяц. Ввиду выраженного антиоксидантного эффекта, стабильный витамин С является идеальным средством для утреннего ухода. Нестабильный витамин С работает при кислом pH, оказывая весьма быстрый отшелушивающий эффект. Уже после нескольких применений можно наблюдать выравнивание тона лица и сияние. Но люди с чувствительной кожей, будьте осторожны, так как средство с нестабильным витамином С может быть агрессивным. Применять средство с кислым витамином С следует только вечером, используя утром солнцезащитное средство с фактором защиты не ниже, чем SPF 30. Давайте разберемся в составах средств с витамином С. Кислая форма витамина С обычно указывается в составе как аскорбиновая кислота или L-аскорбиновая кислота. Стабильных же форм витамина С значительно больше. Их можно найти в составах косметических средств, как аскорбилглюкозид, липосомальный витамин С, содиумаскорбилфосфат, тетратиласкорбат и другие. Поговорим о средствах от компании Гельтек с витамином С. Одна из самых эффективных сывороток – это сыворотка антиоксидантная C-Energy. Тут 5% витамина С в стабильной форме. Другой продукт – сыворотка True Baby Face Serum, который содержит 2% витамина С в стабильной форме. Применять можно как утром, так и вечером. Также прекрасным дополнением к антиоксидантному уходу станет очищающий мусс с витамином С. Благодаря воздушной текстуре он мягко очищает кожу любого типа, не оставляя стянутости и придает сияние. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, видео было полезным. До новых встреч!